С 5 по 11 августа текущего года чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области реагировали на 36 происшествий. В том числе выезжали на 31 пожар, из них 6 в жилом фонде и 25 в нежилом. На произошедших пожарах пострадал один человек, один человек спасен. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области привлекались на ДТП 2 раза, на которых пострадали 2 человека. На водных объектах области зарегистрировано 1 происшествие, в котором спасены 3 человека. За прошедший период зарегистрированы 2 пепловых выброса на вулкане Эбека. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области зарегистрированы 23 туристические группы в составе 269 человек, из них 31 ребенок и 1 иностранный гражданин. Уважаемые жители и гости Сахалинской области, помните, ваша безопасность – ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб 112.